Доброе утро. Вот такая погода нас встретила. Утром наш отель. Мы идем в сторону русского солдата Алёши, памятник. Пойдем посмотрим, пока нет дождя. Наш компас уже готов. Отправляемся туда. Куда мы идем, Александр? Мы идем к памятнику Алёше. Ого! Прям уже почти пришли. О, он там. Голден. Холм в горах, в тумане. Опять режем. Вот и нас на той горе, с той горой. На той горе. Сейчас у нас бегает. Последние метры до памятника. Это памятник царю освободителю, моему тезке Александру II. А вот и Алёша, в Болгарии русский солдат. И вот мы подошли к главной точке нашего похода, памятнику Алёше, нашему воину. Да, непобедима-то советская армия освободителька. Туман. Реально какое-то военное время. Все черно-белое, серое. Полковник Герман Титов, герой на СССР. Юрий Гагарин. Да, очень странно совместить памятник Николаю II с аллеей космонавтов. Немецкая компания. Приехали во Всеноград, на крепость
Осенова крепость. Осенова крепость. Осенова крепость. Крепостата. Крепостата. Жди. Туман молоком, но попытаемся что-нибудь снять и вам показать. Потом поднимемся, сейчас видно на камеру, будет вон туда. Хочется музыку Twin Peaks поставить. Какая скала красивая. Черембо. Машина так остановилась в тумане, да? Ага. Называется... А куда залёте? Народ. А, залёте народ? Вы идёте, люди. Лёйте, это люди. Отсюда лейтенант. Лейтенант? С людьми работающие. Видишь, какая панорама открывается с ней? Должна была бы открываться, а мы видим вот это. Мы видим пока вот это. Ох, бели камни, трябва даги. Даги внимаваш. Обикалям. После долгих попыток мы все-таки обнаружили эту крепость. После долгих попыток Саши нас увезти в другое место, мы таки вернулись и нашли. Там сейчас, смотри. Не знаю, если камера вам видно. Передаст, наверное. Ого, взяла. Кто передаст? Я передаст. Твой дед передаст. Все будут передаст. Горлышко не видно. Нет, монастырец. Мы их не угодняли, что приедем. Монастырь с утра. Идем. Внимательно смотрим. Привет! Привет! Алло! Инна? Вот такой монастырь в камнях. Честно, на картинках выглядит как снег, а в реале это такой белый камень. Специальная такая порода. Ага. Не говори, под ноги смотреть вообще невозможно, когда снимаешь. Это что-то. Так, хочу картинку поймать. О. Красота. Среди бегущих. Эй! Это кто? Это я. Я вниз пойду. А что там? Приземие. Ground floor. Ой. Скальное помещение. При посещении объекта спадает дистанция 2 метра. Я там заберусь, ну-ка только от тебя. Сейчас попробую. Иду, иду. Ого, ребята. Камера так сфокусируется, надеюсь. Вот она. Трасса проходит. Вон там солнышко побивается. Посмотрите, какая прелесть. Напоминает монастырь в Грузии, где все уницкеты. Здесь храм, здесь, скорее всего, снимать как-то так. Ладно, помолимся. Благослови, Господи.
Оп, туризм. Начало 20 века. Церковь Святой Богородицы. Стоит черпан с картузом до весеннего. С 1928 года. Вот эта церковь получается была. Ее реставрировали. Сейчас она выглядит. Иван Осин, здоровый. Кому интересно, могу поставить на паузу и почитать. Продолжаем вверх. Пока вы любуетесь видами. Мы тут, милашли. Предлагаем физические усилия, чтобы подняться по мокрым каменным ступеням. Вау, ребята, это супер. Вверх, вверх, вверх. Совсем понимаю, здесь крепость, в чем-то в смысле. Потому что одни ступени, почти нет стен. И, видимо, это и сыграло важную роль. Мы идем в тупик, идем обратно. Красиво вот так верха держит, да? Так? Хорошо. Ура! Ну вот и наступило наше второе и последнее утро в Пловдиве. Мы посетили несколько интересных мест, о которых рассказали вам в этом ролике. Если вам понравилось, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал. Нам было очень приятно рассказать вам об этом. Пока!